Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Азбука Вера, буква И. Операция И будет исповедь. Слово «исповедь» всем хорошо знакомо, и все примерно понимают, что это такое. Рассказ о своих грехах и получение прощения. Но ведь это же не так. В чем есть сложности с исповедью? В современном мире на одного верующего человека приходится, я думаю, 50-100 книг о вере. Библии издано за последние 100 лет, но массовая печать, миссионеры, особенно американские. Я думаю, что на каждого человека на планете уже издано по 2-3 Библии. Если бы их не выкидывали на свалку, то у каждого дома прямо лежали бы. Но даже у меня лежит всего лишь... А ни одной бумажной Библии дома нет. Электронных очень много, в том числе та, которую составил я. У меня на сайте Кротов.инфо есть замечательная электронная Библия. Она замечательна тем, что там нету противных цифр, которые создают ощущение, что это учебник математики или химии. И текст, который стихотворный, в Библии много именно стихотворных текстов, такие своеобразные двустишие, он и подан как стихотворный, так что читать, все говорят, намного легче. Пользуйтесь. То же самое с исповедью. Про исповедь знают все. Исповедь Льва Николаевича Толстого даже многие читали. У меня с нее начался, ну не совсем с нее начался путь к Богу. Начался он все-таки с другого, с того, что я человек. И человек, он идет к Богу, неосознанно идет. Но осознанный путь начался с атеистической брошюры одного бывшего священника. И была брошюра в «Обществе знаний», изданная про Пасху. Он там описывал Пасху, критиковал. Но когда он описывал, он описал ее как верующий. Не знаю почему. Вдруг он передал какую-то искренность веры. Недосмотр цензуры. И для меня это вот было такое вот поскребывание в душу. Бог так... Ших-ших. Так вот, исповедь Толстого, наверное, второе такое поскребывание. Но ведь Толстой там не кается. Для него исповедь – это просто откровенный рассказ о самом сокровенном. В реальной жизни верующего человека исповедь – это прямо наоборот. Это откровенный рассказ о том, что мешает самому сокровенному. В этом смысле исповедь Толстого – это та тетрадочка, которую он дал своей невесте, бедной Софье Андреевне, молоденькой. Он дал ей перед свадьбой как честный человек, как офицер, поручик и главное, как Толстой. Вот, он ей дал тетрадочку с рассказом о своих прегрешениях до свадьбы, о том, как он распутно жил, как он играл в карты, и главное, как он совращал крестьянок. Идиот! Она страдала ужасно. И я думаю, он на много лет омрачил их отношения. Потом она его все-таки простила. Ну, конечно, ну, надо было... И очень часто исповедники, те, кто принимает исповедь, говорят, что не надо вдаваться в детали, не надо мне этих пахучих подробностей. Какого цвета была простыня, там соловей или жаворонок пел за окном. Давайте в общих чертах. Вот. Ну, сказал бы ей, что Софи, ангел мой, козел я был, наверное, я им останусь, но я теперь твой козел. Вот и вся исповедь. Я думаю, что хорошая исповедь к этому сводится. Отпусти меня, Господи, к себе. С исповедью есть еще одна странность. Сегодня православные, как и в предыдущие века, любят упрекать католиков, что они неправильные, в том числе в отношении к исповеди. Потому что вот у современных католиков редко исповедуются, там по канонам, кажется, раз в год. И обычно это приурочивается к Великому посту, там поближе к Пасхе. А вот у нас, у православных, часто исповедь. Нельзя причаститься без исповеди, а вы причащаетесь без исповеди. Ай-яй-яй. Ну, во-первых, так было не всегда. И до 20 века, я бы даже сказал, до середины 20 века, у православных причащались раз в год. Да, с исповедью на раз в год, а часто и реже. Я ведь историк, и... Я занимался историей русских крестьян и читал много так называемых исповедных книг и консисторских дел. Многие крестьяне не бывали у исповеди, так это называлось, по 10-15 лет, и у причастия не бывали. Если хорошие отношения со священником, на это смотрели сквозь пальцы, но иногда из-за мстительности злобный батек мог написать донос, и человека посылали реально в монастырь, там огородик копать,
месяца 2-3 корячился, спину гнул. Но это все-таки скорее были исключения из правил. На сегодняшний день, тут вообще очень интересно, в православии, и не только в православии, к священнику отношение такое, что он как бы идеальный нормативный христианин. То есть, в принципе, православный человек после смерти жены может жениться дважды. Может, ну, первая жена, вторая жена. Вот четвертый брак категорически нет. Но два, ну, после смерти жены как бы даже, в общем, не в осуждении, а священник не может. Священник даже после смерти жены должен оставаться вдовцом, желательно уйти в монастырь. В истории русской церкви споры о том, что не разрешит ли все-таки священнику-то вдовому жениться, потому что часто вдовеет рано, там лет 30, во время родов женщины умирали очень часто, вот, а плоть требует свое, так, может быть, снизойдем, но церковные власти стояли намертво. По той же самой причине священнику канона запрещали держать кабак, покупать лотерейные билеты, ну, играть в азартные игры и так далее. Идеальный христианин. Священник не имеет права убивать даже на войне. И это напоминает о том, что вообще-то любой христианин не имеет права убивать, что убийство – это грех. Ты покаялся, даже если ты на войне получил государство, царство кесаря, тебе орден, а потом иди в церковь, тебя на 15 лет отлучат от причастия. Ну, или на 3 года по доброте. На 15 лет за развод отлучают. Должны были бы. И вот священник исповедуется раз в год. Представьте себе, и практически это не противоречит канонам. Тут дело в том, что нет канонов об исповеди. Тех древних канонов в первом тысячелетии это не регулировалось. Мы ведь должны помнить, что многие таинства, они появились сравнительно недавно. Ну, что такое 700 лет в обед? Древние первые таинства – это Евхаристия, крещение, помазание миром, маслом. А вот наши браки, мраки, исповеди, бысповеди. Так вот, священник, ну, практика такая, что раз в год приезжает к епископу или в епархии духовенство выбирает или назначает, ну, обычно все-таки как бы выбирает, священника, который будет всех исповедовать, один. Вот, и у него исповедуется. Священники эти периодически меняются, потому что, на самом деле, это ужасная, в общем-то, миссия – принимать исповедь. Вы думаете, это интересно? Это как с оружием. Мы читаем о массовых убийствах, о том, как американцы начинают протестовать против свободной продажи оружия. Ну, как свободное? Легко купить, даже полуавтоматическое. И кажется, что вот оружие покупают, чтобы совершать массовые убийства. Но на самом деле в Америке, как и в других странах, ну, 99% преступлений, совершаемых при помощи огнестрельного оружия, это самоубийство, если это можно назвать преступлениями. Себя убивают люди. Массовая стрельба – это исключение. Так что и с исповедью я вас заверяю, почему среди исповедников бывают люди с такой великой репутацией, прозорливцы. Я вот к батюшке пришел, он мне сразу сказал, вот за анонизм тебе и пятенье. А как он понял, что ты, голубчик, тебе 17 лет, ты весь в прыщах. У тебя, ну, в общем, понятно, это цыганщина. Надо подождать, скажет человек, скажет, не скажет, ну, не скажет. Можно не переспрашивать, ну, может быть, он стесняется, и что не так это важно. Даже то, что он стесняется, это уже род покаяния, это уже род исповеди. Хотя исповедь, тем не менее, реально – это переступить через застенчивость, переступить через стыд, потому что застенчивость и стыд – это перед другим. А Бог, Он не другой в этом смысле. Он другой, как Бог, как твой Создатель и Творец, Он абсолютно другой и непонятный. Но, как твой Отец, а в крещении ты стал Ему Сыном, Он – это ты. Он – часть тебя, ты – часть Его. Тут не может быть стыда и застенчивости. Ты разговариваешь с самим собой, даже более того. Себя я стесняюсь, а Бога стесняться не потому, что он всевидящий. Он смотрит сквозь пальцы. Невидимые, но тем более прочные и непроницаемые. А потому, что он в моем сердце, и я в его сердце. И надо сказать, что вот как уверовал, так и на колени встал –
так и перекрестился, сделал многое, что казалось нелепым, когда глядел на верующих со стороны. Извините, это как секс. 10-летний ребенок забредет на какой-нибудь пентхаус в интернете, и ему станет противно. Да в кино смотрит, целуется, ему противно. А в 20 уже объяснять не надо. Все понятно. Так и вера. И вдруг покаяние становится потребностью, необходимостью. И каждый вечер, собственно, можно на исповедь к Богу, без кого бы то ни было. А раз в год, на самом деле, я бы предпочел чаще. Я привык к частой исповеди, я начинал в 75-м году исповедоваться, даже пораньше, вот, в декабре 74-го. И мне легче с частой исповедью. Но я хорошо понимаю тех, для кого это обуза, сложно, неинтересно, потому что одно и то же, батюшка. Ну, о чем мы говорим? А вот о том мы говорим, что одно и то же. Это принципиально для греха. Вечная жизнь – это жизнь, это новое, это творчество, это изменение, это рост. А грех – это всегда стагнация, застой. Как сказал бы Леонид Ильич, товарищи, наблюдается некоторый застой. А грех – это пробуксовка. Ну да, ну так вот и скажи, Господи, я пробуксовал. Грех и покаяние и исповедь – вещи разные. И покаяние, наверное, важнее исповеди в чем-то, как говорил один мудрец православный. Ну что ты все молитва, молитва, на исповедь бегаешь. Ты вот сядь один раз Богу скажи, Боже, я виноват. Но скажи это от сердца. Скажи это, наконец. Ну и мы начинаем, как великий актер Качанов говорит, с выражением «Боже, я виноват». Получается, как у девочки в детском саду, которая учит стихотворение «В лесу родилась елочка». «В лесу родилась». И ей кажется, что это очень выразительно. Ничего себе. Наоборот, надо... представьте себе, как прочел бы это выражение Смоктуновский. О-о-о. Послушайте, как Смоктуновский читает Новый Завет. Кстати, на мой взгляд, не очень удачно. Чуть-чуть не та тональность взята, но все равно очень интересно. Но наши грехи – это не Новый Завет, это не благая весть. И поэтому, мне кажется, почему вот не исповедуют по телефону, даже по интернету, не рекомендуется. Очень важно тепло, участие. Это загадка телесного контакта. Но ведь и грех, он всегда духовное явление, то есть антидуховное, но почти всегда он проявляется на уровне тела. И это принципиально. Тогда и прощения надо просить, и это принципиально тоже тело к телу. Кто такой тогда священник? Понятой, не более того, флюгер, который показывает, куда дует Дух Святой, в сторону прощения. Иди и больше не греши. Это был Яков Кротов, Москва. С Богом.